каждый день. И станишников добрые лица возле дома высокий плетень. Выйду в степь, и все сердцу так мило, и уходит куда-то печаль. Этот край я навек полюбила, и звенящую светлую даль. Ой, ты степь моя, степь привольная, и бескрайняя, и раздольная. И с конца в конец золотой ковы. Это жизнь моя, это сказка бы, это жизнь моя. Время жизни ничем не измерить, много радостных дней впереди. Жить надеждой в хорошее верить, сразу станет теплее в груди. Ой, ты степь моя, степь привольная, и бескрайняя, и раздольная. И с конца в конец золотой ковы. Это жизнь моя, это сказка бы, это жизнь моя. Певица, ей очень близок жанр шансона, городской романс. Вот, между прочим, Ольга с большой любовью относится к нашему краю и в планах артистки выступить с бесплатным концертом в селе Врецкое. Находится оно в Кочубейском районе. Название села связано с именем генерал-лейтенанта Ипполита Александровича Врецкого, как раз-таки участника в Кавказской войне. Уж не родственники ли они? Что-то мне вот здесь подсказывает. В общем, душевное признание Ставрополью в эфире. Ольга Врецкая. Слушаем. Евгений Кайко, Ставрополь, сегодня. Людмила Ходорева, услышимся завтра. Лето жаркое в дальней станице, вспоминаю я каждый день. И станишников добрые лица возле дома высокий плетень. Выйду в степь, и все сердцу так мило, и уходит куда-то печаль. Этот край я навек полюбила, и звенящую светлую даль. Ой, ты...